Ювелирное искусство от уральских мастеров. Сегодня в художественном музее открылась выставка работ Максима и Марии Соколовых. Они не только привезли в наш регион уникальные украшения, но и поделились опытом со студентами. К тонкостям работы ювелиров приобщилась и наша съемочная группа. Ювелир – профессия тонкая, даже таинственная. Как кусок металла превратить в утонченное изделие – для многих загадка. На заводах над их созданием работает целая команда. Здесь же все в руках одного человека. Максим Соколов – ювелир более чем с 30-летним стажем и сотнями учеников по всей стране. Долгое время преподавал в уральских вузах. Теперь рассказывает о тонкостях работы с металлом в Новосибирске. Для нашего региона это новое направление в художественно-прикладном искусстве. Ребята сначала обязательно изучают рисунок, живопись, то есть базовые художественные навыки получают. И в процессе получения этих навыков они начинают осваивать потихонечку технологию создания изделий и параллельно начинают проектировать, рисовать. То есть они учатся создавать образ. Самое главное это в создании изделия – это выразить какое-то эмоциональное состояние в рамках одного ювелирного объекта. Кафедра художественного металла открылась в педагогическом университете в прошлом сентябре. Почти все студенты – девушки. Выбор – купить украшение или сделать его самой – теперь перед ними явно не стоит. Первая наша работа – мы монограмму делали из двух букв. И пока что очень интересно, хочется продолжать и дальше. Иногда очень сложно в магазине найти то, что действительно хочется, и можно самостоятельно изготовить. Лобзик, плоскогубцы, шлифовальная машина. С этими инструментами нужно уметь обращаться с ювелирной точностью. Как театр начинается с вешалки, так и каждое ювелирное изделие с эскиза. Будущие кольца и колье сначала появляются на бумаге. А задумки до ее воплощения иногда проходят долгие месяцы. Ведь кроме кропотливой работы, в каждое изделие мастер вкладывает и частичку себя. Можно увидеть автора, можно увидеть его характер. Если это все заглажено, такое, это человек такой немножко как бы в себе, вот такой внутри, да, такой мягкий такой. А если есть такие вот, скажем так, студенты такие бывают, колючие такие, да, и работы такие же, и проекты такие же, колючие такие, изделия такие же получаются. То есть вот характер проявляется, скажем так, в их работах. Тонкая работа, но цена этих украшений не так высока. Все они выполнены не из драгоценных металлов, а из меди и различных сплавов. Зато в единственном экземпляре. На выставке, которая открылась сегодня в художественном музее, представлены изделия уральских студентов. Но уже на следующий год экспозиция может пополниться и работами наших новосибирских ювелиров. Кристина Лата, Дмитрий Злобин, Александр Ведерников. Новости ОТС.